Что ты хочешь? Это ты мне рассказать. Ты вам отец. Кем ты отслужил? Я, рядом. Звание. А ты чё, блин? Звод, где ты был? Отойдите, какого отстали? Что ты мне рассказываешь? Кто будет? Вот он твой. Твой. Да. Права показать. Какие права? Чё, блин? Чё ты? Чё ты мне рассказываешь? Сынок, да. Ты такой же сынок, как и я, понял? Ребят, рассказывай. Что ты смотришь? У меня ребенок, блядь. Ради меня все. Так отойди в сторону, я тебя пропущу, блядь. Я ты что, мы стали? Я сейчас. Сейчас мы находимся на выезде с Артемовска. Здесь народное ополчение ДНР перекрыли трассу в связи с ультиматумом, который они выдвинули вчера. Трех активистов ополчения не отпустили, из-за этого они перекрыли трассу. Сейчас уже скопилось очень много машин, вереница где-то в метров 150. Около 7 набери меня. А вы сами себя, настрой. Не дайте я так проеду домой! Да ёб твою мать! Да давай с Пэзовку, куда? Да блядь, не издевайтесь! Вот она нас тут пройдёт! Да что я буду здесь пускать? Я проеду, Руки убирай! Руки убирай!